прозвище Сагайдачное, оно происходило очень просто от Сагайдак, лук, собственно говоря, не лук, а специальная сумка для лука и стрел. Это название, перешедшее в Украину из тюркского языка. И, возможно, он был хорошим лучником, но в любом случае, вот именно такое прозвище он получает в Запорожье, которое и становится его знаменитым, практически его знаменитой фамилией. Именно под этим прозвищем он входит в историю.